Хэй гайс, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Rusty Lake Roots. Ну, что, остался последний сын их, ну, сам вот этот убийца. Весна, маски. Так, вот, два ключа надо. Надо бабочка. Личка. Это еще непонятно для чего. Лейка с водой теперь у нас. Ключ один есть. Остался еще один, скорее, со второй трубы. Стоп. Ага. А это на погоду влияет. Так, сосулька. Сосулька мы продырявим. Это трубопровод. Так, ключ готов. Так, труба. Теперь, наверное, без маски вообще, да, нужно посмотреть, чтобы была хорошая погода. Ага. Писюн и квадратик. Так. Точка здесь, писюн вниз. Так, точка здесь. Треугольничек туда, писюлька и вниз, писюлька и вниз, треугольничек туда. Еще одна штука маска, значит, там еще есть одна маска. Два. Подожди. 5, 2, 3, 1. 5, 2, 3, 1. Я подумал, мне 5, типа, посылает. Типа, здорово. 5, 2, 3, 1. Бабочка. Нихера с ней у крови. Альберт. Зима, 1896. Игра лжи. Та-да. Кто ёма? Комары уже начали летать. Так, моя сестра умерла. Когда от замка начинается с... Так, looking код старт. Код начинается с 37, либо это 31. Ключ спрятан за правым книжным углом карты. Мое фото в кармане у дьявола. Код от замка заканчивается на 46. Ключ спрятан под газетой. Так, мне нужны вот эти цифры. 37. Ладно. Так, мой брат не женат. К
Карточка спрятана справа от картины. Я не люблю Иду. И поэтому у тебя фотка Иды, да? Код от замка заканчивается на 97. Сейчас лето. Карточка спрятана за левым верхним углом фотографии. Код от замка заканчивается на... Подожди, это типа... Кто-то лжет, кто-то нет? Эмма... Окей... Верховная жрица всегда говорит правду. Дьявол всегда лжет. Колесница врет один раз. Император говорит правду один раз. Посмотрите наружу. Так, это у нас император, да? А, не, это колесница, подожди. Колесница врет один раз. Ну, за фото справа. Запоминаем, какие карточки и где что нахожу. Так, Дели Хеллерт умерла, хорошо. Кот. У этого всегда все начинается. 37, 47, 46. Значит, она врет. 94. Хорошо, карточка есть. Так, давайте теперь думать. Кто меньше всего врет? Колесница врет один раз. Один раз. Код от замка заканчивается. Так, это правда. Сейчас лето. Вранье. Карточка спрятана за левой верхним углом фотографии. Это правда. Подожди. Раз. Сейчас лето. Ложь. Но один раз лгала. Значит, это колесница. Да? Колесница врет один раз. Так, дьявол всегда лжет. Колесница, так это дьявол, император, короче, как-то вот так. Хотя... Так, мое фото в кармане у дьявола. Это первая правда, подожди. Код от замка заканчивается вранье. Ключ спрятан под газетой, это вранье. Один раз говорит правду. Верховная жрица всегда говорит правду. Императрица говорит правду один раз. Стоять. Императрица. Это дьявол, потому что она сама говорит, у дьявола моя фотка. Получается все. Посмотрим наружу. Ну? Ладно, сделаем по-другому. Моя сестра мертва. Начинается сестра мертва. Ключ спрятан за правым книжным углом картины. Но он говорит всегда правду. Жрец. Но это жрец, ведь?
Ну, и в чем я не прав? Все, я все сделал. А, посмотри наружу, вон на что. Череп получен. Я думаю, в чем западня, в чем загвоздочка? Лето 1904. Вуду. Маска Крика. Так, ключ. Это действие. Ну и маска, и что дальше? Так, руки по сторонам. Может, у него как раз руки по сторонам? Глаза. Не пойму немножечко. Но у них маски ж одинаковые, разве нет? Изображение лица одинаковое. Какой смысл мне на что тогда смотреть? Не понимаем. Меняется ничего. И изображение везде одинаково. У них выражение лица тоже одинаковое. Ладно, сколько здесь вариаций? Раз, два, три, четыре. Четыре вариации. До хера. Если каждый при...
пытаться подставить. Просто дело в том, что они никакие гримасы вообще не делают другие. Хера мне свеча. Окей, у нас зачем-то есть свеча, которую нельзя использовать. Есть два блюдца, которые мы тоже не можем использовать. Одно и то же. Просто что они должны повторять. Здесь даже подсказок нету. Ну, типа, делают, да, там, но гримасы все одинаковые. Все кричащие. Ничего я не понимаю. Но гримасы же одни и те же, ну просто. Тут ничего не делается. Пытаться подобрать, но это бред, мне кажется.
Может быть, я же чего-то не понимаю. Я не знаю. Гримасы у них не меняются. Маски тоже не меняются. Блин, у них одинаковые маски. Может, я должен наоборот делать? Ну просто сколько мы варианты делаем, но маски одни и те же. Свеча, ну вот, есть какие-то блюдца, но сюда ничего не ставится. И это очень странно, хотя, возможно, что-то и должно было быть. Нахрена мне куклы, если они все равно не нажимаются? Снова просто тупанул, и оказалось, что можно было поджечь куклу. Это жесть. Мы подпалили, получили ключ. Сколько же тупизны, сколько тупизны же. Так, только у нее след есть. Ага. Ага, то есть от ее мимики можно узнать, что показывает. Глаза, закрытый рот. Ну, и здесь можно догадаться, думаю. Все. Я не хочу просто дальше там что пытаться делать. Так, ножницы. А, глаза типа. Может быть, на превьюшку. Так, и что, кто-то из членов семьи сейчас будет? Продолжение. Не, если только за него, тогда уже будем проходить до конца. Лето 1909. Потомство. А не, походу нет. Он решил себе сделать потомство. А, да ладно. Запоминаем. Так, первое. Какое-то семечко или ноготь. Второе, кровь. Процедить. Солить. Кажется, я уже догадываюсь, что сейчас будет. Картошка. Это яйцо. И фотка. Ну, давай картошку. Кремень. Ага. Нега. Так, мне, как я понимаю, просто верти-крути, да? Да, верти-крути.
Просто верти, крути. Просто верти, крути. И тебе отсюда не уйти. Так, кушич. Нет, не работает, да, так? Так, она не работает, ладно. Почему ничего не упало? Почему не падает то, что я хочу, чтобы упало? Наверное, надо закрыть, чтобы оно не вылетело, да? Да. Так, и что из этого в итоге получил? Теперь мне нужен этот газ. Что дальше? Банка с семенем. Потекла, потекла, потекла ручка. Так, а как я до этого делал? Как я до этого сделал? Я не понимаю. Как я до этого сделал? Вот. Так снова вопрос, как? Если труба, она не задевает, она насквозь идет. А тут она падает. Ну, все получено.
Странно. Дело в том, что я все по идее правильно сделал. Первый уронил, второй уронил, потом баночка и вода. Я все сделал правильно. Все по рецепту. Первое, второе, банка. Типа с двух сторон. А, подожди, может вода и банка должна быть? Да нет. Да, вода должна отсюда идти. Ладно. Сейчас переделаем. Есть ли варианты? Наконец-то. Ну, блин, ну тут осталось, в принципе, 5 уровней, ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. 6 уровней.